Всем доброго времени суток, братва, с вами связан Лайфер, и в этом видео я буду сравнивать два самых крупных СНГ сервера, а именно VimeWorld и CrystalX. Надеюсь, вам понравится, приятного просмотра. Первое. Онлайн. Для наглядности, я смотрел онлайн в 10 утра, и также смотрел онлайн в час дня, и сравнил. Для начала я зашел на CrystalX, и посмотрел, сколько онлайн в утреннее время, а сколько в дневное. Вы сейчас его наблюдаете на экране, а после этого я уже зашел на VimeWorld. Сейчас вы тоже видите онлайн в 10 утра на VimeWorld и онлайн в час дня на VimeWorld. Как видите, у VimeWorld он чуть-чуть побольше, но я думаю, что это из-за призма. Второй пункт. Донат. Сейчас видите, сколько стоит религия на VimeWorld. Самая дорогая стоит 5000, и она дает бешеное преимущество, которое вы можете видеть на своем экране. А вот на CrystalX сейчас вы тоже видите, что дает привилегии, сколько они стоят. Самая топ привилегия стоит 100 тысяч рублей, а дает она абсолютно ничего. Потому что покупать на CrystalX можно именно сами возможности, то есть там автосейл и всю фигню. А вот привилегия там ничего не дает. То есть в этом плане CrystalX более лучше сделан для тех, кто хочет играть без доната. Третье. Количество режимов. Начнем мы с VimeWorld. Давайте начнем считать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11, 12, 13, 14 и еще аркады. 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 режимов. На VimeWorld, а на CrystalX очень много их. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь, двадцать девять, тридцать, тридцать один, тридцать два режима, только без учета тестовых игр, которых у нас еще очень-очень много. А также это без учета других мини-игр по типу рандомного выживания, анблока, ангелейшена, рыбалки, а также еще ивентовый сервер. То есть CrystalX в плане режимов тут явно выигрывает VimeWorld. То есть у него гораздо больше режимов. Четвертый пункт. Популярные режимы. Начнем с CrystalX. На CrystalX есть несколько самых популярных режимов. Первый из них это КСК. На КСК играет 820 человек. Второе место популярности на ДВ это игра в кальмара, здесь 700 онлайна. Также симулятор катаны. Не уступает ему еще Bed Wars и Skyblock. Ну а также, конечно же, у нас любимый приз на выживание в России. В свою очередь на CrystalX популярные режимы это аркады, если берем в целом 1700 онлайн выходит. Это Skywars, это Bed Wars и, конечно же, приз, на котором держится почти весь онлайн. Не учитывая аркады, опять же. То есть, VimeWorld, они равны в этом плане. Тут обоим ставим плюсик. Пятый пункт, это лаунчер, то есть его дизайн и так далее. Начнем, пожалуй, с лаунчера CrystalX. В лаунчере CrystalX есть просто сервера, новости сервера, которые надо еще прогружать, ВК, когда он был создан, и онлайн, и кнопка играть, аккаунт, и настройки. То есть, ничего лишнего, все приятно, хороший, интересный фон. То есть вполне красивый лаунчер. Теперь мы поговорим о лаунчере VimeWorld. Здесь также есть играть, новости, настройки, все как надо. Но, во-первых, здесь менее понятный шрифт, какой-то он очень странный, маленький, серый. Также он белый, здесь нету никакой черной темы. То есть вы будете всегда страдать, ваши глаза будут ослепляться. Вот это огромный минус. Зато здесь можно смотреть режим каждой, ну, онлайн каждого режима отдельно. Это тоже довольно удобно. Но тоже здесь не черная тема, это меня выбесило. Ну а шестым пунктом хотел бы поговорить про частоту обновлений. На CrystalX обновления выходят чуть ли не каждую неделю, а может две. А вот на VimeWorld обновы выходят раз в три месяца, а бывает раз в полгода. То есть CrystalX выигрывает в этом плане. Поэтому я думаю, можем уже перейти к итогам и понять, какой же сервер все-таки лучше в 2020-2022 году. Так. В виде таблицы можем сделать вывод, что CrystalX получает 5 плюсов, а VimeWorld лишь один. Вывод, в 2021-2022 году VimeWorld гораздо хуже, чем CrystalX. Единственное, что больше, это онлайн. И то, онлайн там больше, лишь из-за того, что там АФКшат челы в лобби. Вот такой вот вывод получился. Спасибо за просмотр, если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь, с вами был я, Слейфер, всем пока. Так. В виде таблицы можем сделать вывод, что CrystalX получает 5 плюсов,